Раньше они подолгу сидели на лавочке перед подъездом, а теперь все чаще сидят в интернете. «Бабушка и дедушка онлайн» – социальная программа под таким названием пришла в наш регион. На занятиях пенсионеры не только узнают, что у слова «мышь» несколько значений, но и научатся уверенно чувствовать себя в глобальной паутине. Организатором проекта выступила межрегиональная общественная организация «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров». Официальными партнерами стали корпорация Intel и Ростелеком. Первый раз в компьютерный класс. Учеников, которые готовы сесть за парты, а вернее за компьютеры, пришло даже больше, чем рассчитывали организаторы. Оказалось, что сети мировой паутины затягивают не только молодежь. Отныне в нашей республике действует социальная программа «Бабушка и дедушка онлайн» или «Компьютер для тех, кому за». Первый учебный центр накануне открыли в Национальной библиотеке. Елена Алексеевна признается, компьютер дома есть, а вот знаний не хватает. Мне сын подарил ноутбук такой, ну, современный ноутбук подарил, но я все боюсь, как бы его не сломать, как бы вот эти кнопки все нажимать, все, что-то какой-то страх у меня. Вот как перебороть, я думаю, что сумею. На курсах пенсионеров будут обучать не только основным навыкам работы на компьютере, но и в сети интернет с целью поиска необходимой информации и получению государственных услуг в электронном виде. Часть уроков посвящена формированию навыков общения в социальных сетях и пользованию современными интернет-сервисами. Таким образом, бабушки и дедушки смогут по-настоящему стать онлайн и превратиться в продвинутых юзеров глобальной сети. Услуги доступа в интернет на базе собственной сети с использованием технологии Wi-Fi консультационному центру предоставил Ростелеком. Всем нам дадите еще пору, как пользоваться в сети интернет и тем же пользоваться компьютером. Действительно, сегодня это очень нужно, необходимо. Это также есть сегодня возможность записаться к врачу, прием, да, там записаться, получить услуги, госуслуги наши в интернете, интернет. Знаете, я человек любознательный. Во-первых, хочу общаться с сыном, который живет в Москве, через интернет, через скайп хочу общаться. Потом хочу знать, ознакомиться с новостями, которые тут в интернете. Может быть, даже не скорее, чем по радио, по телевизору услышать, прочитаешь. Чувашия – это 45-й регион, где начала действовать программа «Бабушка и дедушка онлайн». Ростелеком сопровождает программу по всей России. Надеюсь, что мы не остановимся только на городе Чебоксарах, Чувашия, потому что сегодня мы здесь в Чебоксарах откроем, но я думаю, что в ближайшее время мы продолжим дальше совместно наши действия и на территории Чувашской республики. Кто знает, возможно, времена, когда интернет и Wi-Fi будут у каждой лавочки и в каждом парке, придут совсем скоро.